В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, проводятся рейды по выявлению тонированных машин, детским удерживающим устройством, трезвым и вежливым водителям. «Дороги для жизни». Именно под таким хэштегом прошла 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения. Международная акция ООН направлена на снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Полицейские Самары не остались в стороне и провели рейды и акции, направленные на предупреждение дорожно-транспортного травматизма. По данным Всемирной организации здравоохранения, снижение скоростного режима на 5% даст нам снижение летальных дорожно-транспортных происшествий на 30%. Представители Всероссийского общества автомобилистов вручали водителям тематические листовки, призывая соблюдать правила дорожного движения. Начальник отдела пропаганды БДД Ирина Тарпанова напомнила участникам акции, что выбор скорости, не соответствующий дорожным условиям, и нарушение скоростного режима являются одной из наиболее частых причин ДТП, причем при увеличении скорости тяжесть последствий ДТП возрастает. Ну, в черте города, я думаю, да, возможно, это поможет. Вы с этим согласны? Для того, чтобы сделать более комфортные условия и для водителей, и для пешеходов. Водителям будет комфортно? Я думаю, что водителям нет, но пешеходов, надеюсь, это спасет. Особое внимание водителям, что пешеходный переход – это место повышенной опасности, подъезжая к которому необходимо быть особенно внимательными, снизить скорость и быть готовыми к появлению людей и тем более детей. Ради общей безопасности, общей цели, я думаю, мы можем это сделать. Вот вы сегодня узнали, вас остановили, вы познакомились с этой информацией. Вы ее будете в дальнейшем использовать и учитывать? Я стараюсь всегда учитывать, потому что пешеходный переход, неважно, даже если это зеленый свет, мало ли, дети особенно. У меня на глазах практически вот мячик у пацана выскочил, и экстренное торможение пришлось применять. Я думаю, что это должно спасти, и все должны это учитывать. Зачастую к дорожно-транспортным происшествиям приводит незнание элементарных правил дорожного движения пешеходами, неумение распознать приближающуюся опасность на дороге и отсутствие контроля со стороны взрослых. Чтобы повысить грамотность самарцев, была создана муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы. Сотрудники отдела пропаганды призвали всех ответственно относиться к дорожной грамотности, быть внимательными и осторожными.